Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Сегодня 5 октября. Хочу показать цены на субботнем рынке в районе Махмутла. Ну, до показа цен я пришел к пляжу. Сегодня 31 градус тепла. Я уже рано утром искупался. Каждый день купаюсь. И советую тем, кто проживает в Алании, рано утром искупаться, заняться немножко йогой и идти потом по своим делам или продолжать отдыхать. Показываю цены на рынке. Смотрим, ставим лайк, пишем комментарий и подписываемся на наш канал, если все еще вы не подписались. Не вижу лайк. Кто не знает, где находится субботний рынок, он находится около башни часов района Махмутлар. Это считается одним из самых центров Махмутлара. Вот в этой стороне субботний рынок. А в той стороне у нас находится офис. Кого интересует недвижимость, кто-то желает продать или купить, обращайтесь, помогу, чем смогу. А также наша компания занимается денежными переводами по всему миру, такие как «Золотая корона», Ria Money Transfer и тому подобное. Принимаем на карту Сбербанка, Тинькофф и другие банки рубли. Моментально выдаем лиры по самому хорошему курсу на рынке. А также занимаемся криптовалютой и переводом денег в большом количестве. Обращайтесь. Так. Начнем показывать вам цены. Баклажан 25 лир. Помидоры где-то 30 лир. Зелень от 15 лир. Яблоки от 25 лир и выше. Лук 25 лир. С огорода. Авокадо штука 30 лир, но по вечерам, скажу, цены на 5-10-15 лир уходят вниз. Огурцы 40. Советую или рано утром сюда приходить, в 6 утра, утренний рынок более дешевле бывает, или же вечером, после 6.30. Тыква 30 лир килограмм. Вот это большие чесночки такие вот огромные, они 40 лир вот связка стоит. Это гёзлема у нас 70 лир. 6 штук кукуруза 100 лир. О, вкусно. Запах передать не могу. Так, орешки 150 лир килограмм. Ракис 80 лир, 150 лир инжир. Здесь подороже, так как начало рынка, надо идти в другую сторону. 80 лир у нас клубника маленькая, большая 150 лир. 100 лир малина в пакете. Папайя 150 лир. Виноград от 40 лир и выше, здесь 60. Цены на сухофрукты, орешки. Плюс-минус 500 лир. Очищенный грецкий орех. Можно за 450 лир найти на рынке. Фисташки 750 лир. Бананы от 40 лир и выше. Мандарины. Сезон мандаринов начался. 40 лир. Упадет где-то на 25 лир. Яблочки 25 лир. Вот эти вкусные яблоки. 40 лир гранат. Болгарский перец 50. Ну, 40 лир тоже можно найти. Кабачок 50 за 40 можно найти. 20 лир за 15 тоже можно. Такие помидоры для солений найти. Так, арбуз
кило не когда? 15 лир, килограмм арбуза, дыня 20 лир. Это вот вкусно белый гранат. 80 лир. Без косточек. Слива 40 лир, персик 50 лир. И это 50 лир. Картошки от 10 лир и выше. Вот картошки 10 лир. Лук 15 лир. Большие картошки 20 лир. 15-20 лир лук. Картошки большие 20 лир. Свежие орехи. Нет, чистят от семечек. Здесь тоже приблизительно такие цены, как в том магазине. То есть на той лавке. Вот эти цветочки, кто хочет цветной чай, любит. Мирова. Так, здесь манго 250 лир килограмм. Свежевыжатый сок. Здесь подороже, я как вы видели. Тут аппетитно выглядит. Надо это сфоткать. Так, сфоткаю. Ничего у вас нет. Есть 150 лир, но пакет побольше. Там 100 лир, пакет был маленький. Да, есть килограмм. Или 500 грамм. Значит, 150 лир. Драконий гранат, штука 50 лир, но можно найти штуку за 20-30 лир. Королёв, хурма, спелая 100 лир, килограмм. Цветочная капуста 40 лир. Маленькие помидоры 40 лир. Лимон 30 лир килограмм. Сеяна. Сливы 40 лир. Груша 50 лир. Ну, одинаковые цены, плюс-минус. Еще на другой улице грибочки, морковь 25 лир. Свекла 30 лир. Редиска 40. За той улицей, как бы за теми зданиями, там еще есть улица, где бабушки сидят, можно тоже у них покупать. Фасоль 60 лир. Советую всем покупать вот такие помидоры. Они пахнут помидором. А, и очень вкусные. Порезать пополам, соль насыпать. 40 лир. Кстати, самому надо. У меня уже заканчивается. Мандарин большой 50 лир. Огурцы такие малюсенькие. 30 лир. 20 лир помидорчик. Шестьдесят 50 лир килограмм. Угарский. Драконий гранат бывает беленький, бывает красненький. Еще, кажется, желтенький. Цвета желтенький. 120 лет инжир. Было 150 впереди.
Можно найти, погулять нужно по рынку. Сейчас сниму молочные продукты, цены. Постараюсь еще снять цены на рыбу и на мясо. Кстати, продают свежие оливки для кто хочет сделать соленье или масло выжать. Вот от 50 лир и выше. Там большие томаты. Вот желтый драконий гранат, который я вам говорил. Для тех, кто не видел специальный сорт банана аланийского, вот это такой, они называют ослиный банан. Ищеть музу. Ну, так как другой формы, а это нормальный 50 лир, нормальный банан. Маленький, такой вкусный. Я знаю, многие видели, но для тех, кто не видел, вот такой он, другой формы. Дядя, здорово. Нормально. Идут, да. Давай, рассказывай, где твои специи? Расскажи. Это дешево. Это понятно. Это специи. Специи, это черные. Черные. Цены, фиат. 100 грамм? 100 грамм, по 100 грамм. 100 лира. 100 лира, это что, мясо? 100 грамм кебаб. Для шашлыка. Что там есть еще? Горький перец, сладкий перец. Черная микс. Цены, минимальные цены. От каких начинается? Минимум фиат, так аж там почти. Я минимум дешево это. Дешево, я минимум. Минимум 100 грамм, 100 лира, 60. Это. Ага. Кардамон чуть-чуть дорого это. Кардамон? Я 100 грамм 200 лир. Его кушать можно? Дорого это, очень. Жить буду. 60, это очень дорого. 60 лир вот. 60. Тимьян? 60. Это 100 грамм 200 лир, дорого это. Купили же. Это что за этот? Он не? Захтар, кекик. Да, кеки, он не? Дух, кеки, 50 километров. В год. Да. Чай, кебаб. Тамам, ты все тюля. Бай-бай. Тулум, 150 лир, 200 лир. Abi ezine peynir kaç lira? 350 lir, 400 lir sır ezine. Минимальные цены сейчас, я думаю, что нужно найти козий сыр за 230-250 лир. Мы увидим. Оливки. А 250 лир и выше. Понимали, они большие. Сто семьдесят лир есть сыр, 180 лир есть. Вот сыр от 200 лир. И выше. Ну там за 170 было, не знаю, насколько качественно это. 200 лир вот такие сыры. У вас мало? Мало? Да. Это мало. Это большой. А 200 лир оливки цена. Тарея на когда? Сливочное масло 450 лир вот там, в этом. Так, 600 лир в магазине около рынка стоит фарш. Сеть магазинов Мигрес также есть. Ну, сюда тоже посмотрю, дойду. Там порой скидки бывают. Дельня когда? Диль не кадар диль. 550 лир язык. Бебреклер не кадар? 330 лир почки.
Ташакныха, да? 180 лир яички. Дракони. Для варки 500 лир с косточками мяса. Кефте, это котлетки вот такие, 600 лир. Тау канат манат не кадар олмыс? 220 лир крылышки. Бут. А, если только вот... Так, если крылышки, верхняя часть, только, подождите, там 300 с чем-то лир, он сказал. Можете в Биме купить, сеть магазинов в Биме, тоже в пакетиках продаются, они более дешевле, чем здесь. Домашняя курица, что это у? 260 лир. 260 лир килограмм. Вот у них тоже продается здесь. Также есть индюшка. Инди на когда? Филе 290. Филе 290 лир. Индюшка. Прямо у рынка есть, открылся торговый центр Акденис Парк. Можете как раз здесь, там сесть. Там наверху есть ресторанчики. Покушать там и спуститься здесь, купить овощи, фрукты и пойти домой или по делам. Вот тут вход, есть кофейни, хорошие ресторанчики здесь и наверху. Я пройдусь в ту сторону, там тоже рынок, покажу цены на той стороне рынка. Я зашел в магазин А101, вот здесь крылышки, цены, тавук бонфиле, пирзола, вот канат 230 лир. 87, тавук, фырынлык. Курица полностью 92 лиры. Вот. Так, есть цены по бюджетной. Филе 195 лир. Вот. Вот зеленые орешки. Очень вкусно. Я недавно их столько поел, что потом из туалета не выходил. Здесь банан, видите, 25 лир, там было 50 лир. Здесь 45, большие, огромные. И лимон даже за 10 лир есть. Яблочки свеженькие, маленькие, 20 лир. Вкуснейшие помидоры. Я их сейчас куплю. Кстати, лесные грибы 200 лир килограмм. Брокколи 100 лир килограмм. Тут у дядьки продается ржаной хлеб. Все натуральные продукты. Бородинский хлеб еще. Междурожовой закваска. Закваска, ржаной хлеб. 110 лир. Танес, как вчера, да, обидим? Экмейн. 60 лир стоит у него хлеб. Советую. Без дрожжей. Папайя 80 лир. Цена на фарш 489 лир. Есть за 420 лир. Ну, на масло больше, там, как вы увидели. 470 лир ножка вот. 362 лиры. Это хвост продают они. Драгон. 119 лир. Антрикот 680 лир. Бифштекс 671 лир. Кушбаши 655. Вот ножка 527 лир, скидка есть. 569 лир ляжка. Ножка, ляжка.
внутренность, дана две, печень 560 лир. Рыбу показываю. Паламон 140 лир. Цены на рыбу. Так, креветки 340 лир, левреки бодрум 390 лир, дорада сколько? Дорада 350 лир, морская, хамфи 190 лир. Большие креветки 500 лир, кальмар 219 лир. Все, дорогие зрители, ставим лайк. Не забываем ставить лайк и напишите комментарий. Цены можете посмотреть на старом ролике, который я поделюсь внизу, и сделать соотношение цен. Всем пока-пока.